Да, с другой стороны. Большой нарушение. Ну, по-нормальному. Коллеги, друзья, я вас и нас всех поздравляю с этим большим событием, с большим переездом в маленький дом. Домик действительно небольшой, но для начала вполне сойдет. Здесь все уютно, комфортно и на своих местах. Очень надеюсь, что здесь нам будет еще более уютно, чем было когда-то на Большой Никитской, откуда мы все, откуда родом наша банковская деятельность. Очень, на самом деле, этот домик похож на то, что было там. Пусть нам всем будет уютно, комфортно. Пусть мы здесь в ближайшее же время окажемся в тесноте. На самом деле, это означает, что банк растет и расширяется. С площадями мы вопрос решим, но вот это здание, оно навсегда останется нашей точкой отсчета. Точкой отсчета небольшого пока бизнеса, небольшого, но достаточно динамичного и быстро растущего. Так что вас всех и нас всех с новостями. Здравствуйте. На самом деле место очень удобное с точки зрения подъездных путей. И ну, действительно история какая-то нас с этим местом связывает. При этом Роза. Достаточно известное такое бизнесовое место уже сейчас в Москве, да, достаточно известный бизнес-комплекс. Нам очень хотелось сюда вернуться. Хотелось, с одной стороны, исторически, с другой стороны, географически, потому что место действительно с точки зрения досягаемости очень, очень удобное и успешное.